Несколько дней назад мы вам рассказывали о троих детях, оставшихся без попечения родителей, о двух сестрах Кате и Мадине и их маленьком брате Руслане. Как оказалось, мир не без добрых людей. Семья Козиных из Комсомольского района решила взять малышей в свою семью. Вместе с ними в Новочебоксарск приехали представители органов опеки района. Со слов заведующей сектора Татьяны Галзановой, Козины встали в очередь за детьми буквально в этом году, прошли школу приемных родителей. Ну, семья Козина сами воспитывают двоих детей. Мальчик уже, ему исполнится 18, другому мальчику исполнится 14 лет в мае. Вот у них свои мальчики, и они решили взять еще детей, потому что у них большой дом, все условия есть, и они вот хотят дать тепло этим детям. На протяжении 9 месяцев старшая сестра, 8-летняя Катя, жила в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. 4-летняя Мадина и годовалый Руслан в детской больнице. А сейчас дети обрели семью. Около недели назад мама теперь уже 5 детей Оксана была на приеме у главы Чувашии, который пообещал большой семье выделить микроавтобус. Решение у нас оно созревало давно, как бы это было все потихонечку так, к этому мы приходили, а сейчас уже свои дети, когда подросли, ну, назрело, скажем, быстро и основательно. Уже возврата обратного нет. Родственники наши полностью нас поддержали. Правда, на работе я не сразу сказала, вот узнали буквально вчера, когда уже нам нужно было сегодня ехать. Все поздравляли, конечно, ну как, поздравляли. Ну, вообще, все так хорошо отнеслись. Весь персонал детской больницы провожал малышей Мадину и Руслана чуть ли не со слезами на глазах. Как отметили медсестры, дети умненькие и спокойные. Теперь у Кати, Мадины и Руслана впереди новое, светлое будущее. Thank you.